Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днем Народного Единства. У этого праздника большая и героическая история. И сегодня его главное содержание – возрождение исконных традиций нашего Отечества, сохранение народного единства, мира и согласия в обществе. В непростые дни распространения коронавируса наше единство проявляется в том числе и в безусловном исполнении санитарных норм и требований. Общими усилиями, поддерживая и помогая друг другу, мы сможем преодолеть и это испытание. Желаю всем мира и согласия, крепкого здоровья и всего самого доброго!